Итак, всем привет, меня зовут Дэниел Вай. И да, это тот же самый влог, только в этот раз уже из Парижа. Сегодня я, ребята, мы отправимся в Париж и посмотрим, что же такого тут интересного есть. И да, не обращайте внимания, что у нас снег, потому что Финляндия, странно не звучало. И мы сегодня, короче, отправляемся в Францию вечером. Так что будет очень интересно, будет очень круто. Ну и что же будет в Франции, короче? Ну, мы посмотрим всякие разные достопримечательности. Поедем, конечно же, в музей Лувра. И буду снимать. И как мне многие говорили, музей очень и очень большой. Так что будет интересно. Также мы сегодня на Эйфелеву башню. Причем сразу спойлерну, я буду на самом высоком этаже Эйфелевой башни. Ну и еще также мы прокатимся на ресторане речки. Но это не точно, буду снимать или нет. Но посмотрим. Ну а теперь идем. Все, короче, встретимся уже, наверное, в аэропорту. В общем, мы второй раз уже наконец-то прилетели в аэропорт. Блин, опять Facebook. Все портит. Короче, вот, я уже вам показывал Вене. Но если кто не смотрел Вену, вот какой аэропорт выглядит. В общем, в Вене у нас стояла огромная очередь. В этот раз вообще нету очереди. В общем, это гейт. Как бы странно не звучало, у нас в этот раз как-то так случайно вышло, то что он небольшой. И у нас, если я не ошибаюсь, Парис Беоавис. Есть еще какой-то Парис Чарльз де Гаулле, но у нас именно вот такой вот маршрут. И мы опять летим на Ryanair. И летели в Вену, то как раз таки мы летели именно Лауда. Но что будет сейчас, я пока не знаю, на самом деле. Здесь сегодня вообще почему-то немного, как по мне. Это очень странно, как по мне. А также вы могли заметить, у меня больше не отражается свет, который был когда-то в Вене. Я просто поменял... У меня просто наконец-таки новое стекло на телефоне, в общем, да. Кстати, у нас гейт, внимание, опять 8-й. Просто, когда мы летели до Вены, у нас тоже был 8-й гейт. А теперь и тут. Я понял, только до Вены, оказывается, и до Парижа. Я такой, чего, блин? И опять нам придется туда-сюда ходить. Но я не буду, скорее всего, второй раз показывать. Потому что первый... Да, да. Я просто фанты попил. Короче, да. Мы снова идем до 8-го гейта. Не буду вам показывать второй раз. Потому что это уже будет неинтересно. Ладно, скорее всего, давайте уже встретимся... уже, наверное, в самолете. Ах, и да, кстати... Я в этот раз сижу аж вообще почти на последнем ряду, именно на 31-м Е. Ну, да, короче. Ладно. Это второй день, и мы наконец-то уже прибыли в Париж. Сейчас мы ищем ресторан, потом мы едем к отелю, ну и потом мы прогуляемся, собственно говоря. Фу. Это было очень долго, потому что мы встретили знакомого, поехали к его дому, поночевали тут, ну и вообще просто зашибись. Теперь мы находимся в Париже. Да, в общем. Ладно, давайте встретимся уже в ресторане. Я уже, короче, пошел по Денису каких-то ресторанов. Сейчас мы заказываем есть. Нажрёмся, наконец-то. И пойдем попутешествуем, наконец-то. А что я возьму? Ну, я покажу. В общем, выбор небольшой. Я заказал апельсиновый сок. Заказал шоколадный круассан. Также я еще заказал омлет.
и будем вот, ждать. Да. Кстати, мы заняли столик после балкона. У нас красиво все такое. Да. Ну, прикольно, конечно. В общем, уже принесли. Вот сок. Вот круассан. Что будет? Еще и яичница. Все, мы, короче, сейчас идем уже к отелю. Там, где наш отель, такое что-то, что у нас фонтан, а еще у нас с другой стороны канал. Не популярный канал в Париже, а другой канал. В общем, да, сейчас мы идем уже к отелю. Мы уже, короче, сейчас в вестибюле. Нам остается только заселиться в отель, и потом уже мы прогуляемся. Коридор. Мы сейчас идем в 38-й. Вот наша. Итак, это наш обзор про отель. Здесь можно заметить вот такие вот лампочки. И это, внимание, душ. Я серьезно говорю. Заходишь, и это душ. Я такой, чего, блин? Нет, это я. Вот лампочки всякие, вот кровать. И когда я снимал Вену, у нас был свет на стену. Примерно похоже, но только у нас немного еще вид на улицу. На стену. Ай, господи. Гениально, слушай. Мои родители пошли сейчас смотреть ванну. Какой-то одеяло еще вид на улицу. Вот кровать. Вот я там сплю, потом мои родители спят. Ну, архитектура прикольная. А туалетная кабинка, оно автоматически работает. Жесть. Но, к сожалению, тут нету для закрытия двери. Это не плюсы. Хорошая архитектура, современная модель. Минусы. Нету замка, ну, чтобы уединиться, как бы. Ну, вы поняли, о чем-то речь. Короче, вот так вот. Надеюсь, рассказал. Пока. В общем, да. Первая достопримечательность, которую пошли смотреть, это Мулин Руж. Ну вот сюрприз. Она сломалась. И тут выяснилось, лопасти от мельницы упали. Также упали буквы от названия Мулин Руж. Такого еще не было. Также мы решили прогуляться в районе Монмартр. Короче, планы меняются. Мы идем до Сакре-Кёр. Причем пешком, блин, не на метро. Я расстроен как-то. Все, всем пока, до свидания. Путешествие отменяется. Нет. Нет. Мы только начинаем. Опять я повторяю ситуацию с Леной в первой части. Да. В общем, мы решили зайти в магазин магнитов, всяких вот одежды. Мы, короче, выбираем магнит себе. Ну, как бы на память. Триумфальная арка золотая, бронзовая, серебряная. Короче, зашибись, все. В общем, мы решили выбрать вот такие вот магнитики, у которых как бы. Как эта фигня называется? Ну, вот это вот. Крутится. Мельница вроде бы. Мельница, вот. Вот так. И мы решили взять HM. Ну, потому что нам так, скорее всего, хочется. Ладно, давайте уже, наверное, если не переключиться с шикатора, я постараюсь встретиться после базилики Сакре-Кёр. Все. Короче, идем уже наконец-таки к базиликам Сакре-Кёр и. Всякие магазинчики видят, да? Какой-то Sex on the VP Gadgets. Также видел, что вы понимаете, Sex Shop. Да, странно не звучало. Такой магазин существует. Причем два раза подряд видел. Ладно. А это что, сауна? Жесть.
Такое чувство, как будто мы уже проходили эту улицу. Но нет, это другая улица. Ну, очень похоже, как по мне. Короче, мы уже сейчас близко к Сакрикер. И остается уже немного. Нам нужно уже... Сейчас будем поворачивать направо. Направо, да? Да. Посмотрите, сколько много людей. И там уже Сакрикер. Базилика. Базилика почему-то связана с пиццей базилика. Знаете, такой вот, такая вот пицца есть. В Италии обычно готовят. Ну, да, короче. Ладно уж. Идем уж наконец-таки к Сакрикеру. На этом первая часть в нашем ролике о экскурсии по Париже заканчивается. Ждите вторую часть.